Взываю, призываю на ответ, прием. А Ульяна Антон, 4 центр, жук, Игрик, прием. Ого, учтится же Игрик. Ну, очень хорошо, очень громко, убедительно. Принимаю 5-9 с плюсом, Петр Воткарский на приеме. Да, Петь, повышено. 5-9 плюс 25 децибел, Виктор, Саратов, прием. Да, Виктор, очень хорошо, очень-очень хорошо. Прохождение хорошее, я думал, прохождения нет. А народа нет, народ нет. Волги купаются, все купаются, плещутся, все, наверное, на Волге. Ни одной души, ни одного радиолюбителя. Такие дела, Сергей. Хорошо тебя громко принимаю, значит, прохождение есть. И просто народу нет, прием. Да, получено. Но я повторю, меня Виктор звать, а не Сергей. Вопросов нету. Есть какие вопросы, прием? Нету, Виктор, я извиняюсь. Вот на частоте ты слышишь какой-то рокот? Рокот на частоте включают. Ты слышишь, прием? Ну да, есть какие-то вроде бы как грозовые разряды. Но это может быть где-нибудь по области. Но я как слышал погоду, дождей не ожидается пока, например. Не, нет, это не разряды, значит, у тебя не слышно. Фон как переменку включает, какая-то генерация, рокот такой в виде генерации. Я говорю, кто-то один микрофон включил без трансивера. Переменка такая. Ну что ж, ладно, спасибо, Виктор. Самые лучшие добрые пожелания тебе на губернию. Удачи, здоровья и добрые 73. До свидания. Да, ну всего доброго, семерка, тройка, до встречи. Пока-пока.